Посмотрим, что нам сегодня предлагают наши замечательные ребята, которые делают заказы, которые поддерживают наш проект. Спасибо тебе большое, дружище. Last of Dare. Спасибо тебе. Так, ну тут мы видим ракешник, да, альтернативу так или иначе какую-то в любом случае. На этом еще и Sex Pistols называется, да? Да, называется Sex Pistols. Вот здесь у нас вот такая вот этот панк-хэт у нас продюсер. Короче, это прям, да... Это прям вся вот эта история. Как думаешь, Морген может вернуть себе волну хайпа? Нужен контраст. Нужен контраст. То есть нужен прям какой-то, возможно, скандал, какой-то еще что-то там. Вверх-вниз, вверх-вниз. Короче, какие-то противодействующие эмоции нужны. Лондон в конце стрима. А, да, ну, в конце, так сказать, после синглов и заказов. В конце стрима или не в конце, непонятно, но я думаю, что да. Так, все, да, приступаем. Приступаем. Смотрим, что он у нас вообще... делает в плане того, что типа сколько времени, да, он занимается музыкой. Last of Dare. Так, ну, не первый трек, далеко не первый трек, да, далеко не первый трек. Начал он в 20-м году, причем в 20-м году уже 3 сингла, в 21-м году 4 сингла, в 22-м куча синглов, прям много реально, возможно... Возможно, альбом даже, по-моему, выходил. Impact это альбом, да? Да, Impact альбом. Короче, это артист довольно-таки опытный, я вам скажу. Что касается облог, много фиолетового цвета, лица девчонок, силуэты, контрасты цветовые, да. То есть какая-то альтернатива, электронщина с 23-го года, прям туда больше в какой-то мрак он пошел. Да, прям еще то ли вамп стайл, то ли альтернатива, что-то, короче, такое, да, панк. Вот, в общем, это не нубас, это не фрешмен. Это человек, который делает много лет. Там с 20-го уже плотно, так или иначе, который должен нам показывать качество и, так сказать, попадать в плейлист, да. Эля будет? Да, будет сегодня Эля. Обязательно. Еля плак. Будет. Все, слушаем внимательно. Слушаем. Так, у меня звук. Да, конечно, все стоит, все есть. Супер, отлично. Погнали, дружище, погнали. Что ты нам приготовил? Что ты нам приготовил? А, тут есть вот такая история, да. Sex Pistols, британская панк-рок-группа, образованная в 75-м году в Лондоне. Коллектив стал олицетворением субкультуры панка, а его участники инициаторами так называемой панк-революции Великобритании. Я даю дань уважения этой группе, выпуская свой первый трек в поп-панк. Ага, все понятно. Первый трек нас ждет. То есть, в принципе, тема и рассказы о том, что он опытный артист, они как бы нивелируются тем, что это первый трек в данном направлении, да. Понятно, поп-панк звучание именно с таким названием, потому что хочу совершить революцию в музыке за счет оригинального звучания, интересных... Ну, это заявление. Он хочет совершить революцию в музыке за счет оригинального звучания, интересных панчей и крутой атмосферы в своих треках. Ну, ты, бро, конкретно завысил ожидания, я тебе скажу, да, прям серьезно. Рэп, гранж, артист из России, родился в Хабаровске, приехал в Москву в августе 21 года, где выступает свою музыку под крылом Acid. Спасибо тебе большое, жена моя любимая. Мы тут сейчас будем слушать модного фрешмена. На новом. Точнее, на фрешмена на жанре, да. Ну погнали, чё. Let's go. Sex Pistols. Last of Dare. А, кстати, облога ничего, да? Облога симпатичная. Облога симпатичная. Let's go. Бам. Sex Pistols. Я привык, что в тебя делаю выстрел. Я привык, что твой взгляд — это убийство. Замени никотин, и я выкину Винстон. Sex Pistols. Я привык, что в тебя делаю выстрел. Я привык, что твой взгляд — это убийство. Замени никотин, и я выкину Винстон. Конец 90-х, они стреляют мой мобильный. Серьезные дети смеются с нами. Типа мы фрики, да мы фрики. Они для нас фрики. Девочки едут с нами, feel like my geeky. Я поднялся, теперь на ее руки бирки. Прямой эфир, говорю своей бывшей завидую. Я звезда, у меня завтра тур с Дуалипой. Больше секс, агент-провокатор, шьют мои малых. Снова пьяный, это выход, иди нахуй, это Вики. Снова слежка, как обычно, но я артист Викиликс. Если большие сиськи, бикс, если пиздишь мне, то актрис. Я не боюсь выстрела в спину, хоть и девка Белатрис. У тебя что, ничего такое, да? Уверенный. Я привык, что в тебя делаю выстрел. Я
привык, что твой взгляд не нравится, это убийство. За ним никотин, я выкину Винстон. Секс, пейство. Я привык, что в тебя делаю выстрел. Я привык, что твой взгляд это убийство. За ним никотин, я выкину Винстон. Вот если, допустим, в припеве у Рокета нет развития, это одна история, да, вот его плавном плак-вайбе таком, да. А если в альтернативке вот в такой, то есть ты на таком спокойно что идешь, прям максимально, да, в целом. И при этом у нас вот такой двойной припев, это очень скучно. То есть у нас нет взрыва, понимаешь, как такового. У нас нету дропа, прям конкретного. В принципе, оно вот выглядит неплохо, да. Куплетик по тексту хороший. Да-да-да, Филек Магигин, Ваня Свина Биркин, да-да-да, завидую, Дуалипа. Угу, Наген Провокатор, неймдропинг тут всякие, Дуалипа и бренды. Да. Выстрел в спину, не бойся, выстрел в спину. Бриджик есть, который должен прям предвещать нам лютый дроп, да? Я понимаю, что здесь, если бы ты просто поорал, да, если бы ты просто сделал обычный, так сказать, рок какой-то, да, рок-звучание, то это не было бы переосмысления, да, и я, в принципе, ждал, что ты вот на такую музыку, ты вот заявляешь, что это будет оригинальное звучание, это мягкое, плавное звучание, вот на такую музыку. Немного диссонанс, конечно, есть, но я думаю, что да, это и есть твоя основная задумка в этом. Тем не менее, какие-то контрасты должны быть, потому что музыка, ну, я бы не сказал, что музыка супер-пупер новая, да. Свидос вообще не очень. Вот что касается Свидоса, прям из последних релизов, вот то, что было прям максимально крутым, это вот Майса, да, альбом. Сведен был люто просто, вот вокал его. Здесь вокала не хватает, он прям то утоплен, то очень плоской дорогой стоит, знаешь, не хватает вот дополнительных дорожек, которые бы создавали объемное звучание, да, с разных, так сказать, сторон, да, какой-то, не знаю, сатурации, ну, короче, воздух, да, в общем, нужен воздух под подвякивание, под поддакивание, ты же, соответственно, работаешь на такую, так сказать, какую-то подтюненную капу, да, такую очень странную, но вот такой вот поп панк звучание. И получается немного, что отдельно звучит капа твоя от капа звучит отдельно от инструментала, да, немного. То есть тут, знаешь, в чем еще проблема? Тут проблема не в том, что типа постараться просто необычно как-то залететь, да, на инструментал, а задача сделать так, чтобы эта необычность, она все-таки зафакалась с инструменталом, чтобы она стала единой композицией, да. Наверное, как раз-таки здесь и надо было помудрить звукарям. То есть где что добавить, какие-то, какой-то бэк-вокал, дополнительные дороги какие-то, может быть, вот работающий объем с каких-то сторон, еще что-то, да. То есть оно должно было сверкать, понимаешь, оно должно было больше работать. Вот, учитывая, как ты это пошёл. Такой какой-то, какая-то поп-трэп капа, да, и такая альтернативчик музыка, она как-то вот не зафакалась. Ну-ка, давай еще разочек, прям вот откуда дропы начинаются. Облога прикольная весьма, да, скажите, вот я вижу, вы пишете, что думаете по этому поводу. Облога, кстати, не соответствует. Она прикольно выглядит, мне нравится, как она выглядит, очень красивая, но она не соответствует. Она соответствует, знаешь, такому прям жесткому скриму даже в припевах. Вот именно твой взгляд, визуал, волосы, прическа, да, прям нету этого мягкого вайба, который ты передаешь в голосом. Есть тут прям такая, знаешь, жесточайшая рубилова, вплоть до какого-то там скрима, да, сумасшедшего, там, Let the Bodies Hit the Floor, да, короче, Drowning Pool, либо там, ну, гроулинг нет, конечно, слишком жестко, да, там надо было тебе навешать какого-нибудь там death metal, какой-нибудь истории, а вот, но мягкости нету, то есть ты прям альтернатива классическая, да, на вид, но облога мне нравится в целом, облога мне нравится. Так, еще разочек давай прогоним, более конкретно буду говорить по треку, с паузом, если что. Начало мне понравилось, музычка, да, в целом, прикольно. Да, и вот этот вот voice tag, да, ты такой думаешь, что это, гиперпоп, что ли, сейчас называется? Я привык, что в тебя делать.
твою мысль. Я привык, что твой взгляд это убийство. Замени никотин, и я выкину инста. И еще самое главное, знаешь, что кажется? Есть ощущение, что в целом подобранный стих, да, он не вяжется сюда. Он не вяжется сюда. Вот есть такое строгое ощущение, что вообще это в принципе песня написана вообще под другую музыку. Потому что вайб тут вот... Сейчас, я даже погромче. Секс, писто, я привык, что в тебя делаю выстрел. Я привык, что твой взгляд это убийство. Как будто ты быстро бежишь немного, чуть быстро ты бежишь. И никотин я выкину инстаграм. Секс, писто, я привык, что в тебя делаю выстрел. Как будто быстро ты бежишь, бро, как будто ты... Вот вайп, он плавает, выкину за тебя, да. Либо уж... Либо, возможно, можно было встроить и такую манеру исполнения, но тут надо выдумывать со сведением, чтобы вот капа, которая не отсюда, она все-таки подружилась с этим инструменталом. Я говорю, как-то надо связывать какими-то дорогами дополнительными, либо инструментами дополнительными, которые как-то связывают, да, мелодию как-то пустить. Ну вот, три части, да, у нас ударник, твой вокал, да, и... Мелодия, может мелодию как-то сделать посложнее. Чё-то вот... Твой взгляд — это убийство. Замени никотин, я выкину Винстон. Я тебе живу в фильме. Конец 90-х, они стреляют мой мобильный. Вот тут лучше, в куплете лучше. Лучше пошло, точно вообще, сразу. Прям дроп нормальный в куплете. Живу в фильме. Конец 90-х, они стреляют мой мобильный. Серьёзно, идёте, смеются, знаю, оба фрики. Вот это мне не понравилось. Вот эти две строки хорошие. Вот здесь ты, когда пошел менять, как-то опять, как будто не особо прочувствовал музыку. Да, мы фрики, они для нас фрики. Да, мы все... То есть вайб потерялся, короче, началось какое-то шебуршение, знаешь. Ну тут ништяк, ладно. Но опять же, типа мы фрики, будто быстро влетел. Вот тут прям шикарно залетел. Есть ощущение, что ты не чувствуешь ритм выбранной музыки. Потому что вот это очень круто звучит. Вот это серьезные дети. Типа мы фрики. То есть бах-бах. Посыпалось, да, чуть-чуть. Они для нас фрики. Девочки едут с нами, feel like my geeky. Я поднялся, теперь на ее руки бирки. Прямой эфир, говорю своей бывшей завидую. Я звезда, у тоже меня норм. Завтра тур с Дуа Липой. Больше секс, агент-провокатор, шьют мои малых. Снова пьяный, это мы. Иди нахуй, это Вики. Снова слежка, как обычно, но я артист Викиликс. Если большие сиськи бить, если пиздишь, то... Обращение, слежка, типа, ну ты умудряешься, типа, съебывай, да? По тексту вообще норм. Вот тут вывалился, вот здесь нормально начал. Тут две строки нормально, потом выпадаешь, да? Есть ощущение, что ты не чувствуешь такт вообще, такт работы бита, да, настроение его. Иногда попадаешь, иногда нет. И ломает этот дико вайб. Ладно бы это всегда было сломанным вайбом, типа альтернативным стилем бы ты каким-то шел, без проблем, да, слог, который ты выбрал, бам-бам, иногда там слегка там двигают капу, чтобы было ощущение, что ты его вбитишь, да, но оно всегда так. То есть ты записываешь капу в бит, немного сдвигаешь ее, и кажется, что ты торопишься, но ты везде одинаково торопишься и... Или вообще сдвигают ее там на целый, на полтакта, да? Я не боюсь выстрела в спину, хоть и девка Белатрис. Вот это тоже неплохо. Тоже нормально. Я привык, что в тебя делаю выстрел. Тюн вообще отвратительный, вот я привык, что в тебя... Нет, короче, ты задумал, прикольно. Не справился ни по ритму, ни по звуку. Вот это очень круто. Вот это. Даже вот до сюда я бы сказал. Здесь пару строчек очень хороших. По тексту в целом ништяк. Вот тут хорошо сделал. Тут вывалился. Закончил тоже, не знаю. Вот это вот... Да-да-да-да-да. То есть где-то до 2/3 хорошо шел, потом что-то нет, да. Бридж очень интересный. То есть какая-то идея выстреливает, что-то. В целом, я думаю, что... Ну, можно тебе вполне, да, двигаться дальше... со своей идеей, дорабатывать ее и вот давать такой автотюн, поп-панк, альтернатива, звучание какое-то такое, да, в общем. Для эксперимента неплохо. Сырой трек,
А почему ты не почувствовал? Что ты до этого делал? Ну-ка, подожди. Вот допустим. Допустим. Ладно, ну 22-й год, например. Да, боль внутри. Нет, вот мне лучше, да, тручок, вот сольный. Чё ты делал? Мне лучше, ты хочешь моей половины. Жаль, я давно не... Понятно. Я тебя понял. Мне лучше, мне лучше. Засняется красавица. Да, понятно, бро, я тебя понял. Так, paint рычок, например. Поглощать ее, это моя роль. Но ты поглощаешь мою боль. Что это? Это похоже любовь. Я не был к этому готов. А, ты то и то делал, да, электронщину. Ищешь, короче, себя, да, уже 2 года. Понятно. Ну, в общем, как-то так. То есть, короче, как идея, да. Как идея, вполне себе неплохо. Как реализованный готовый трек, пока очень сыровато. Да. Поэтому вот как-то так. Что еще сказать, даже не знаю. Обложечка мне нравится, да. Как будто бы можно ее... В июне вышло, можно и на июнь-то так-то номинировать. Причем у нас есть еще имя здесь. Сико Трей, да. Сико Трей, Covert Art Design. Респект вообще еще и указали, да, этого... Создатели облоги, спасибо большое. Возьмем обложку. Обложка на июнь, получается, идет. Что касается фрешмена, ну ты не фрешмен. Что касается такой стерек, не всем подвластен. Не все его чувствуют, и по итогу кача банально нет, как случилось с этим треком. Да, и причем, видишь, то есть он где-то чувствует. Вот, допустим, куплет начался, раз, о, нормально, строка вообще хорошо. Одна, он давай потом мудрить со структурой, да, и начал то выпадать, то торопиться, и она какая-то вся кривая получилась. Нету вот плавного, красивого вайба. Я не про то, что он должен быть прям простой, какой-то рокерский, там, или Джизуса делать, или там еще что-то. Нет, пусть он делает свое, там, и с тюном с этим, и с напевочками, там, пожалуйста, не вопрос, типа, но все равно рисунок, типа, должен соблюдаться как-то. Если там ямка идет, ну, он нормально прорабатывает, музыка вступает, да, драм-партия активнее начинает вступать, все, он начинает тонуть, да, припев вообще не рабочий, на мой взгляд. Вообще не рабочий, и он, по-моему, вообще даже придуман неправильно. Вот это самая главная проблема. То есть тут за структуру я мало баллов поставлю. Потому что структура партов хорошая. Типа припевчик вот идет, если бы он с развитием шел во втором, да, прям с нормальным полноценным. Куплет, если не брать внутряшку его, потом бриджик и припев. Ну, норм, так было бы 8-9, ну, хорошо, да. Но внутряшка вся, которая там, она прям... По поводу 3 дня дождя я сказал, по поводу Глеба также я написал в телеграм-канале, вот здесь, да, написана мысль до постов стрима тоже еще вчера вечером. Так. Поломано, да, сыровато поломано. В общем, я 5 поставлю, дружище, 5 баллов тебе, 5. Потому что за идею, как оно поставлено, норм. Там бриджик есть, все, там припев. Хотя два одинаковых, то одинаково. Нет, 4 даже балла. Реализация стиля. Где-то ты справился вот на 7-8. Где-то прям вот здесь, да. И с видос еще. Нет, 4 балла. Рифм образа. Весьма неплохо. 8 баллов. Вообще нормально. По тексту вывозишь конкретно. Индивидуальность, харизма. Припев, самая кочевая часть, не сработала. Вообще вот так сработала. В остальном где-то вот так вот работаешь. Ну, 4-5. Ну, максимально ровно, типа. Тюн мы не учитываем. Тюн это в сведении, да, и все-таки мы уже балл отняли. Ну, пусть будет 5 баллов. 4-5. Потому что где-то прям простреливают пару строчек хорошо прям. Вайп 1 балл, к сожалению. Все жестко поломано, припев не работает, ничего. Трендовая сексуальность. Ну, я думаю, вот так вот можно поставить. Такой поп-панк, поп-рок у нас вообще 5 баллов идет, да. Пока слабо. Но как задумка, продолжай, да. Продолжай, больше чувствуй музыку. Ну, там, в принципе, работа большая предстоит, да. И по чутью музыки, по прописанию, так сказать, партов, так сказать, не знаю, в правильный вайб, наверное. Короче, рассинхрон чувствуется и все. Мало 1 балл вайб. Аж 2 нету балла. Припев. Где-то на 3, да? Где-то норм на троечку. Бах, проскакивает, но...
типа бридж, да, бридж нормальный, какие-то строки нормальные, сам факт нормальный, музыка, да, ладно, окей, пусть будет два. То есть это типа полтора, но два, да, хорошо, хорошо. Есть правильный вайб. Правильный, да, тупое слово, согласен. Имеется в виду, чтобы это попадало... Вот, допустим, как вот есть бас не в тон. Вот тогда можно сказать, что это бас неправильный, да, ну. Типа, вот вайб есть не в тон, типа, структуры. Вот он неправильный. Вот бас не в тон неправильный, вот в тон правильный. Как так же и вайб есть, вот свое чувство гармоничности, исполнение текста, исполнение структуры, исполнение музыки. Короче, чтобы капа... и вся, весь инструментал, состоящий, да, из мелодии драм-партии, он вот работал целостно, как вот целая монолитная конструкция. Наверное, это так говорит, да. Вайб не в тон, короче, да. Спасибо, тем не менее, надеюсь, мы были полезны, дружище. Развивай этот стиль. Я думаю, что не следующая песня, скорее всего, получится. Там через несколько песен, возможно, да.